В Москве прошла международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование. Экспо-осень-2017». По традиции в ее рамках подведены итоги работы развлекательной индустрии страны. Парк «Лакреевский лес» стал первым в рейтинге лучших мероприятий в парках России и СНГ сезона 2017 года. Лакреевский лес в этом году действительно преобразился. Это отметили все, кто нашел время отдохнуть в парке с семьей. И дело даже не в том, что в этом сезоне здесь заработали новые аттракционы. Сотрудники парка нашли принципиально другой подход к организации досуга. Проект «Алиса в сказочном лесу» стал хитом нынешнего лета. Друзья, Алисе мы будем показывать фокусы, да, будем петь для Алисы, танцевать для Алисы. Я научу Алису и всех-всех-всех друзей, кто придет к Алисе сюда, в наш сказочный лес, я научу танцевать джигу-дригу. Проект вместил в себя разные виды развлечений, квесты, фотозоны, шоу-программы с артистами. Летние дни, проведенные в компании Алисиных друзей, чебоксарская детвора будет вспоминать еще долго. Ради этого, собственно, и развивался проект. Статус профессионалов в области парков развлечений не только в России, но и СНГ – хороший стимул двигаться дальше. Александра Иванова, Галина Титарчук, Республика.